строительство собачьей площадки, 130, корпус 4, профсоюзная. А бортовой камень с прошлого года так и валяется, ничего не убрано. Здесь вот ограждение валяется металлическое. То, что департамент природопользования сказал, что не повреждены деревья, мы смотрим, да? И вот здесь вот свален под них асфальт, куски асфальта, прям огромные свалены. Здесь вообще стекло валяется. Вот сейчас. Вот. Вот поврежденные деревья. Как инспектор Ибрагимова все это не обнаружил. Очень странно. Вот валяются куски огромные. Деревья не огорожены. А вот здесь были деревья, которые в прошлом году еще можно было спасти, но опять Ибрагимова не увидела нарушений. И вот в этом году они сухие, уже спиленные. Тоже все в порядке, нарушений нет. А вот корни торчащие у этих деревьев. Маршавин сказал, что они деревья не затрагивают, они выравнивают площадку. Но, как мы видим, деревья здесь тоже повреждены, корни наружу торчат. Бытовой мусор в большом количестве. Так, ну вот, здесь вот видно. Здесь огромные куски наваленные деревья. Строительный мусор до сих пор с прошлого года так валяется. Просто ни хрена никто ничего не убрал. И департамент природопользования у нас, конечно же, этого ничего не видит. С прошлого года. Если будете вспоминать мартовский мораторий, то закон обратного действия не имеет. Должны быть привлечены за прошлое несоблюдение, нарушения, которые были допущены в прошлом году.